стараемся напомнить те времена, когда создавался оркестр, 30-е, 40-е годы, и не только в срезе отечественной музыки, но и что делалось на Западе, что играл оркестр Грена Миллера или там Бенни Гудмана. Ну, в общем, вот такой срез джаза того времени. И постепенно продвигаемся в наше время. Мы понимаем, что публике нравится именно та музыка, которую мы играем. Она традиционна, она полна какого-то оптимистичного взгляда на жизнь, и мне кажется, это то, что нужно народу.